Добрый день. Погода собирает сегодня всех. День рождения, если не считать погоды, удался, не удался. Что скажете? Что скажете о рыбалке? Цель была отдохнуть, отпраздновать свое день рождения, встретить день пограничника и рыболовного клуба «Три пескаря» день рождения тоже отпраздновать. А рыбалка это уже в нагрузку шла. Вот результат рыбалки. Посидели бы еще, но дождик все испортил, уже и так мокрые все. Поклевки есть, много холостых. А целенаправленно сидел только вот на стерлядочку со сетром. Все на селедку взялось. Даже вот такой сазан. Даже такой сазан на селедку. Да, да, да. Ну, отдохнули, удовлетворение получили? Все как, вообще супер. Вот. Только и приезжаю отдыхать сюда. Поэтому рыбалка это идет уже в нагрузку. Поэтому приезжайте отдыхать в рыболовный клуб «Три пескаря». Всем здесь рады. Вот. Отдых здесь всегда шикарен. Вот. Так что до новых встреч. Всего доброго, до свидания, до новых встреч.